Напоминаю вам о том, что работа по созданию базы канала продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, то соответствующие реквизиты вы любым из доступных вам способов можете увидеть в описании канала. Также, если вы не можете помочь материально, ну, то есть, кто сколько может, скажем так, то вы можете помочь каналу, если не будете пропускать рекламу, просматривать ее до конца и ставить лайки. Так, привет. Вот сегодня приобрел вот такой чудо-инструмент в помощь, так сказать, супруге. Ну, скорее всего, даже не супруге, а себе. Под названием чудо-рыхлитель такой, чудо-лопата. До этого мы работали вот таким вот простейшим инструментом. Сейчас я хочу испытать вот такой вот инструмент. Ну, давайте сначала попытаемся им поработать маленечко. То есть, вот здесь такая лыжа есть, да? Педалька. Есть. Вот у нас тут корешки, да? Сразу он вытаскивает наш парей. Злаковый, от которого никак не избавиться. Так, ну шаг я, видно, большой взял. По идее, надо сразу их выбирать. Ну, приходится нагибаться. Так, давайте протестируем. Ну, глубина, смотрите. Вот я руками втыкаю. Прикольно то, что здесь не надо нагибаться. То есть спинка, если у кого-то болит и неудобно, уже вскопанную почву копать, я думаю, что удобно. Удобно еще то, что сразу же вот он. Весь парей и все сорняки у нас идут наружу. Теперь давайте поговорим, как правильно выбирать. То есть вариантов вот таких вот чудо-рыхлителей достаточно много. Что нам предлагают наши магазины? Смотрите, вот здесь вот ручка, она железная. Слабое место вот здесь вот постоянно ломается. Потом гнется вот эта часть. То есть здесь посмотрите, если можно наехать, наедь. Здесь арматура. Арматура. Еще дополнительно ребра жесткости вот здесь вот стоят. Вот я со всей силы сейчас, со всей силы пытаюсь сжать. Они играют, но не гнутся, то есть остаются на своем уровне. Такой лопатой, конечно, целик скапывать это не вариант. Но чисто уже по скопанным грядкам второй раз пройтись или там вспаханную, очень удобно, с учетом того, что не надо нагибаться. Но нагибаться только для того, чтобы выбрать сорняки. Так что рекомендую. Смотрите еще, чтобы вот длина вот этой лыжи, то есть как бы сам по себе инструмент таскать неудобно, да? Но когда ты начинаешь копать, эта лыжа играет достаточно хорошую роль, хорошую помощь она играет. Оптимальный шаг я уже попробовал, где-то порядка 10 сантиметров, вот такой надо делать. Раз. Чуть протащили, опять раз. Чуть протащили, опять раз. Чуть протащили, опять раз. Ну,
Ну и еще раз давайте проверим. Так что, если у кого-то есть свой огород, я рекомендую, штука прикольная вообще. С вами был канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится.